Что делать? Собрать яблочко и подождать. Нет! Всем привет, меня зовут Пози, и сегодня мы вместе с вами поиграем в Crash Bandicoot It's About Time. Моя любимая игра детства выходит на PlayStation 4. И это, ребятки, новая часть. Многие из вас знают, что я огромный фанат серии Crash Bandicoot. И мне попала в руки демочка, которую сегодня мы вместе с вами заценим. Ну что ж, у нас есть выбор. Снежный путь, гонка с динозаврами или корабельная напасть. Выбираем с вами снежный путь и отправляемся в наше путешествие. Воу-воу-воу-воу-воу! Краш приземлился. Crash Bandicoot, ты изгнал меня в прошлое, но этим ты лишь помог мне спланировать мою месть. Ты найдешь меня высоко в горах и смотри, не замерзни по дороге. Ха-ха-ха, это звучит как вызов. Ого, по-моему, вас связывают давние напряженные отношения. Что, правда, всего три? Занятно, я думал больше. Так, ребятки, нам нужно с вами пробраться к Неокортексу. Так, что это? Это маска? О, я собрал маску. Нет, я могу замедлять время, серьезно? Так, давай-ка затестим. Хопа! Воу! Все в замедленном времени. Могу я еще раз активировать эту штуковину? Могу. Получай! Ха-ха-ха-ха! Смотрите, как он в слоу-моу улетел. У меня будет слишком мало времени. Нет! Ошибочка. Что ж, настало время сложных уровней. Прыгаем. Раз. Нет! Ха-ха-ха-ха! Раз. Да вас, да ёлки-палки. О, вы посмотрите на этот графоний. Как же это круто. Стоп, это дельфины здесь прыгают? Нет, это какие-то меченосы. Не знаю, кто такие меченосы, но вот только что я узнал новое слово. Опа! Нет! Нет! Оп, раз. Два! Черт, у меня же был костюм времени. Почему я сразу до этого не догадался? Что ж, это было достаточно сложно. Это было очень поучительно. Так, тут опять используем замедление времени. И ломаем. Все это дело ломаем. А! Черт, костюм не перезарядился. Ладно, давай еще раз. Опа! Да ё-моё! Ладно, окей, я собрал 26 яблок. Прыгаем дальше. Опа! 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 Чекпоинт. О, да! Так, этот чувак стреляет этими рыбками. Опасно, опасно, опасно. Так, сейчас он перестанет стрелять, и все, мы с вами можем бежать. Да, мы это прошли дело. Еще яблочки. Так, давай. Нет, только не динамит. Стоп, главное, чтобы я не подорвался. А, тут яблочек больше не осталось. Я взорвал яблочки. Мне никогда не было так обидно. Слушай, а если в слоу-мо? Давай попробуем в слоу-мо. Оба, замедление. Это слишком просто, чтобы быть реальностью. Меня убили! Я улетел. Нет! Я опять в самом начале начал. Вот отстой! На релаксе, чуваки. На релаксе. Так, динамит не взорвется. Да как? Нет! О, да! Слоу-мо, это был мой единственный выход. Точно! Я все время забываю про этот замечательный костюм. Ладно, могу ли я сломать эти ящики? Нет? Они не ломаются? Как-то так. Фу, все, я снял костюм времени. Что это? Опа. Мы полетели куда-то. Что? Бонусный уровень? С зелеными ДНТ, которые взрываются прям супер быстро. Ладно, давайте. Опа, включаем костюм времени. Давай. Хоп. Вы видели, да, как это все в слоу-мо взорвалось? Это было круто, чуваки. Давай, понеслась. Опа. Нет! А-а-а! Ну что ж, я подорвался, и кажется, у меня больше попыток не будет пройти этот уровень. Хотя... Да! Получилось! Чуть! Нет! Я аж весь вспотел. Так, ладно. Нет! Черт! Я потерял все яблоки! Все, возвращаемся. Что ж, это было достаточно познавательно. Я не заметил эту штуковину здесь. Поэтому раз, два, на тебя, получай. Улетел в далекие края. Неокортекс, муха-ха. Нет, он подорвал этот корабль. Нет. А, он мне перегородил проход. Нормально ты придумал, конечно. Ладно. А, тут должны были глыбы упасть. А я должен был в слоу-мо по ним пробежать. И я все понял. Давай. Вот сейчас не облажаемся. Смотри, глыбы падают. Раз, два, три. О-о-о! Вы видели это только что. Так, еще раз. Давай. Опа. Раз,
Двас. Нет! Нужно было быстрее, быстрее, быстрее это проходить. Для меня это прям целый вызов, чуваки. Пройти этот уровень. Понеслась. Раз, двас, трис, четырис! Да, я долетел. Ху! Контрольная точка. Мы собрали чекпоинт, и у нас уже 176 яблочек. Раз, двас, перепрыгнул. Ху! Раз, двас, трис, четырис. Давай, пробегай мимо этого чувака. Оба! Раз, двас, контрольная точка! Да! Я добрался до контрольной точки. Так, тут опять будет что-то связанное с замедлением времени. Это, конечно же, я люблю. Получай! Ха-ха-ха-ха-ха! Полетел! Опа! Раз, двас. Так, засейвимся здесь немножечко. Сможем ли мы добраться до яблочка? Я думаю, что у нас получится. Оп! Раз. И улетел вниз. Ай! Вот так! Да. Crash Bandicoot по-прежнему хардкорный. Такой же, как и раньше, чуваки. Все так же сложно, все так же бомбит. Нет. Мне кажется, я этот этап никогда не пройду. Если у меня получится, то... Знаете, ребят, я продал душу дьяволу. А, я понял, во что я ударяюсь. Об верхний блок. Видимо, в слоумо я должен буду каким-то образом запрыгнуть наверх и таким образом перепрыгнуть. Вот во всех играх начинается сложный этап, который ты очень долго проходишь, но зато как ты потом кайфуешь, когда пройдешь его. Да почему? 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 Каков был шанс того, что я упаду между блоков? Да! Мне удалось! Я думал, что этот момент не настанет. Окей, следующий этап, который будет, скорее всего, еще сложнее. Вот так. Раз, двас, трис. Чекпоинт! Надо же! Контрольная точка! Я так счастлив! Я так счастлив! Попытайтесь себе представить, как я счастлив. О! Все, понеслась. Раз, двас, трис. Я почти допрыгнул! Я почти долетел до этого блока! Мне просто миллисекунды не хватило! 3, 2, 1, go! Опа! Побежал, побежал, побежал! Все. Так. За что? Так, смотрите, нужно вначале упасть на первую деревяшку, затем перейти на вторую, включить слоумо и перепрыгнуть. Это же так работает? Надо было раньше прыгать. Чего я ждал, я не понимаю. Мне уже самому холодно в этих льдах находиться. Слишком рано прыгнул. Надо же. 32 поражения. Ребят, когда я пройду этот уровень, знаете, я пойду на покой. Мне кажется, я уже все повидал. Да, я допрыгнул, надо же, спустя 1000 лет мне удалось это сделать. О, опять этот ледяной чудик. Так, улетай, у меня еще маска есть, перепрыгиваем. И контрольная точка. Алибиберчи, гайз. Фу, давайте глыбы пройдем, красиво это сделаем. Раз, два, и вот так вот мы их прошли, в скобочках нет. Эта глыба меня догонит? Нет, видимо, не догонит. О, яблочко! Это что-то напоминающее мне секретный уровень, но нет, я ошибался. Так, вот что делать? Что делать, что делать, что делать? Собрать яблочко и подождать. Нет! Я, если честно, нахожусь сейчас в большом шоке. Потому что я не ожидал, что будет настолько хардкорно. Так... Нет! Мне здесь нужен костюм слоумо. Ну где же ты, когда ты так сильно мне нужен? Ты был со мной почти всю игру, а сейчас его нет! Я начинаю проигрывать. Ладно, ребят, до 40 смертей, как говорится.
Все, хватит! Хватит! Пау! Время замри! Я в межвременной позе. И у меня для вас важное послание. Огромное вам спасибо за просмотр. Это все. Ну а если серьезно, игра очень крутая и веселая. Надеюсь, вам тоже понравилось. Буду ждать 2 октября, когда выйдет полная версия игры. И тогда я буду разбираться в ней более детально. Напишите в комментарии, хотите ли вы еще ролик по Крашу. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте свой лайк под этим видео. И увидимся с вами в следующих роликах. Adiós.